Дорогие друзья, всем хорошего дня. Я поставила варить холодец вот здесь вот. Сейчас покажу поближе. И сейчас мне надо разобрать целую кучу, гору, просто большую гору белья. Целый стол завален всем бельем. Сейчас я вам тоже это все покажу. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Поставила мяско на холодец вариться. Помыла хорошенько мясо и поставила. Печка у меня топится, надо только подкинуть ее. Потихоньку вот так вот будет топиться. И будет вообще классно. Холодец приготовим, надо чеснок только купить. А то у меня чеснок закончился. Так, вот так вот. А мне надо убрать вот эту гору белья, то, что настиралось. Ночью я слаживала сюда, а сейчас мне надо все это убрать. На койке Катя что-то все раскидала. Катя, ты что все раскидала? А, ты будешь готовиться? Все понятно, наша кукла тут сидит лохматая. Дети уже ее подрисовали, что-то там. Так, с бельем мы с вами разобрались, слава тебе, Господи. Но это с частью, потому что у меня в коридоре еще белье висит. Многие удивляются, почему Настя, это так много стирки. Ребят, вы не забывайте, что у меня в семье 9 человек. Из них 7 дети. И они за день могут переодеться столько раз, сколько вы не переоденетесь за всю неделю. В целом, чем занимаемся дальше, сейчас я вам покажу. Так, теперь занимаемся рыбой. Сейчас снимаем все кольца. Знаете, вот многие говорят, стеклянные доски, они непрактичны. Знаете, в чем они хорошо? Рыбу на них разделать. Потом помыл, и никакого запаха не остается. А на деревянной доске остается на моющем средстве мыть и всякое такое. А это, и вот смотрите, вот она не ездит. Я ее как вот не толкаю, она не едет. Потому что у нее сзади вот эти вот силиконовые ножки. И оно не дает скользить доске по столу. Как обычная доска будет скользить. Видите? Так, ладно. У нас тут целый тазик рыбы. Сейчас мы ее разделаем. Часть сегодня я пожарю. И часть на потом. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Всем добрый день, дорогие друзья. Решила, пока рыбу расчищу, ответить на ваши вопросы. Сколько стоит орхидея, которую я купила? Очень многих интересует, и поэтому решила ответить. Она стоит 599 рублей. Брали мы ее в Соликамске, в Светофоре. Там был очень большой выбор. Я выбирала ее, мне помогали, чтобы были хорошие именно корешочки и расцветоносы, чтобы были красивые. Ну, я в этом как бы... Ну, цветок я давно такой мечтала, поэтому купила. Многие, конечно, против того, что я его купила. Второй вопрос. Когда будешь мерить давление вместе с нами? Я когда давление меряю, я забываю про телефон и про все остальное. Но постараюсь как-нибудь заснять, как я меряю давление, если вам так это интересно. Третий. Тюль отстиралась и пятно? Да, ребята, тюль, пятно отстиралось, причем с первого раза очень хорошо. Это, видать, они или сок, или чем-то ляпнули, вот и получилось так. Четвертое. Сколько будет стоить линолеум в комнате? Ну, я уже говорила, что у меня на маленькую комнату выходил. Там мы смотрели, в 3,5 тысяч предел.
Было. Но сам большой 4000 стоит. А большую комнату от 5000 и до 7000 линолеум. От 5000 он вообще там как бумага. Очень тоненький. Смысла такой брать нету. Дальше. Что решили с интернетом? Ну, не знаю, ребят. Пока вроде бы твой интернет меня так сильно не подводит, как до этого. Не знаю почему. Но вот пока решила интернет проводить не буду, потому что денег пока таких нету, чтобы заплатить 3500 за интернет. Как только будет хорошая большая зарплата, тогда, может быть, я и подключусь. Почему не купила утюг? Ну, потому что там не было. Я надеялась, что я в светофоре его куплю. Но когда я нынче ездила туда, в светофоре утюгов не было. Поэтому не купила. Я посмотрю в наших магазинах. Если будет, то обязательно куплю какой-нибудь недорогой, дешевенький. Мне тут подсказали, что можно купить маленький дорожный. И мне даже показали, как он выглядит. Поэтому я постараюсь такой даже купить хотя бы, чтобы гладить в школу и в садик деткам одежду. На часть вопросов я ваших ответила. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите, чтобы дальше также отвечала, пишите ваши вопросы. Ну и всем желаю хорошего просмотра.
Так, ребята, вот эту рыбку я буду сегодня жарить. Тут как раз по 2 или по 3 кусочка. Там я уже посолила, да, чтобы немножко примариновалось. Здесь у меня убрано, буду убирать в холодильник. А вот это отходы мы отдаем обычно курям. Варим, когда кашу им, и варим для курей. Так, все, это убираем, это пускай маринуется. И будем вот сейчас помаринуется немножко, и потом будем готовить с вами жареную рыбку.